Всем привет из мартовской ночной лани. Сейчас час ночи, март месяц, и, друзья, я вам хочу обратиться к вам вот по какому вопросу. Наслаждайтесь пока этой видом этой ночной улицы, а я вам буду рассказывать все, что я хотел сказать. Значит, мне все чаще поступают просьбы поехать показать какой-то отель, заснять, то есть куда вы едете летом, там кто-то весной, кто-то летом, и приходят просьбы показать отели, собственно, хотя бы территорию вокруг, либо пляж. Вот, и дело в том, что, ну, я сразу скажу, что кто-то может думать, что я здесь отдыхаю. На самом деле я здесь уже больше 2 месяцев, и честно вам скажу, за эти 2 месяца я даже не смог еще нормально выспаться. Вот, то есть просто у меня нет на это времени, поскольку нужно, я пишу тексты, то есть нужно как-то зарабатывать деньги, потому что, много денег достаточно нужно, чтобы остаться здесь, скажем так, и оформить все. Все документы и так далее на проживание. Вот. И плюс, конечно же, я снимаю кучу видео. То есть, может, у вас сложится впечатление, что я просто шатаюсь с утра до вечера по Алании. На самом деле это не так. Хожу я буквально 3 часа в день, не больше, и то не каждый день. Вот. Поэтому как бы времени нет. Это первое. И второе, друзья, здесь достаточно недешево, скажем так, мягко стоит проезд. Особенно для человека, приехавшего с Украины. Проезд, я имею в виду, на автобусе. Достаточно недешево, то есть, чтобы мне куда-то съездить, даже здесь вот по месту, как бы мне уже нужно заплатить минимум 1 евро, получается, проезд туда и назад. Поэтому, друзья, я сегодня посидел, подумал, и, в принципе, я могу быть вашими глазами здесь, то есть, все, что вам нужно, не только отели, а может кто-то какую-то квартиру хочет купить, снять. То, что показывают риэлторы, это все одно, конечно. Они, в основном, сколько я фоток смотрю, они показывают, знаете, допустим, больше фоток бассейна будет, который возле дома находится, но меньше фоток квартиры. А давайте пройдем туда еще, там, где сверчок был. Это мы с Альбертом тут гуляем ночью. Вот, и... То есть я могу честно поехать, все вам снять, свои впечатления скажу, сниму вам видео, допустим, если квартиру вы будете снимать, арендовать, покупать. В общем, все, что угодно в пределах Алания, оба, ну, то есть Алания, весь район, оба имеется в виду, Кистель, Махмутлар, что там еще сюда входит. И, в принципе, я даже могу поехать... Допустим, в такие близлежащие пригороды, скажем так, это Конаклы и Авсалар. То есть, ну там, конечно, я вас уже попрошу немножко денег за это больше, как бы. А по Алании, смотрите, 1 евро стоит проезд туда и назад. Ну, естественно, чтобы я бесплатно не ездил, то есть, чтобы я мог хотя бы себе купить там пачку молока и батон хлеба. То есть, что-то задонатьте, и помимо этого 1 евро еще. Я не буду называть никакие цифры, у кого какая возможность есть, я понимаю, что кто-то может 10, кто-то может 5, кто-то 3 там, допустим. Вот, и я в свободное время с удовольствием поеду и поснимаю, я буду стараться зайти именно в отель, если меня пустят. Если не пустят, то я гарантирую вам, что я хотя бы поснимаю отель со стороны, сниму его пляж, если он находится, ну, то есть постараюсь найти его пляж, допустим, сниму какое-то море, вход в море и так далее. То есть без проблем, друзья. Надеюсь, вы правильно все меня поняли. Хейтеры не будут писать, что я опять выжимаю деньги или выпрашиваю. Нет, я ничего не выпрашиваю. Сами понимаете, как я уже озвучил. То есть я не могу просто с утра до вечера ездить и заниматься съемкой отелей. И к тому же еще и платить за автобус. На автобусе здесь, правда, ездить очень дорого. Вот кто из Москвы, вы не почувствуете это. Но кто, допустим, вот с Украины там или с глубинки российской, где проезд недорогой, или там, где еще недорогой проезд, там в Казахстане, возможно, вы ощутите сразу эту стоимость автобуса. Вот, вот такую вот информацию я хотел до вас донести. Не буду сильно растягивать, думаю, вы все поняли. С удовольствием вам помогу, покажу, сниму, и вы все увидите. И также свои ощущения тоже выскажу вам, допустим. Может, вы выбираете отель, может, между 2 отелей вам нужно выбрать на лето. Я сниму и первый отель, и второй отель. И вы посмотрите. Все, на этом все. Вот так вот прогулялись мы с вами немножко. Это район Оба, Алании. Все, пока, всем спасибо.